Всем привет, это снова прогулки по Брянску. С вами Артём Алашенко, и мы сегодня гуляем в лесу за Володарским районом. Достаточно интересный лес. Как же без мусора? Но это ладно. Народ тут любит посидеть. Вон там проходит дорога на Урицкий. Мы сейчас, может быть, на нее даже выйдем. Тут недалеко есть лыжная трасса. Когда выпадает снег, все сюда приезжают, катаются на лыжах, очень много людей. Так что я тоже приеду, посмотрим, как это будет выглядеть зимой. Интересные пейзажи такие. Спасибо всем, кто послушал мою новую песню, которая называется «Потерянные». Спасибо всем, кто делал репост, ставил лайки. Я как потерянный где-то во времени, на расстоянии твоей руки. Я как потерянный где-то во времени, вновь рядом слышу твои шаги. Я как потерянный где-то во времени, на расстоянии твоей руки. Я как потерянный где-то во времени, вновь рядом слышу твои шаги. Ну что, похоже? Вот такой вот страшный лес. Тут даже есть что-то похожее на тропинку. Почти вышли на дорогу. Очень прикольно гулять по такому лесу. Уже как бы осень закончилась, должна быть зима, но еще нет снега. И природа прямо вся в ожидании, когда же уже наконец-таки будет снег. Здорово. Вот она дорога на Урицкий. Такие прямо таежные какие-то пейзажи. Нам туда. У меня в планах опять пройти несколько километров, дойти до платформы Урицкий. Там мы сядем на электричку и приедем уже на вокзал Брянск-Орловский. Впереди нас ждут вот такие вот живописные пейзажи. Ну, раз идти мне еще долго, могу что-нибудь рассказать. Следующую песню все-таки хочу уже сделать веселой. Они грустные, как бы уже хватит грустных песен, что-нибудь такое. Предлагайте свои идеи в комментарии, пишите, о чем написать следующую песню. Впереди перекресток. Спасибо, что сказали. А то очень аварийное место. Так, еще буду экономить батарейку. Все-таки уже холодно достаточно. Несмотря на то, что у меня есть пауэрбанк, но когда записываешь видео на холоде, батарейка садится очень быстро. Тем более в хорошем качестве, когда Full HD. Смотрите этот выпуск Full HD. Да, несмотря на то, что я пишу в телефон, пойдет, короче. А там снова что-то рубят. У нас повсюду вырубки. Одна из проблем Брянской области – это незаконные вырубки лесов. Одна из моих проблем – сколько можно пить колу. Вкусно, конечно. Какая фигня встретилась нам на пути. Река родится она, потому что дальше это просто какой-то лесной ручей, наверное. Кто знает, пишите в комментарии. Я иду уже. Это вот только первый поворотик небольшой. И таких еще будет несколько. Там лес, смотрите, какой страшный. Я уже как-то ходил по этой дороге один раз. Она очень, в принципе, пустынная, хорошая. И вот, в принципе, первая машина едет за все время, со сколько я иду. Так что тут очень здорово ходить. Прохладный воздух. Никого нет. Дорога широкая, лес. Вообще, ничего лишнего. Пробовал посмотреть расписание, но с интернетом, который здесь, это не получилось, в общем, сделать. Я помню, что примерно там через несколько часов поезд, так что мы еще успеваем. Дорога наконец выпрямилась, скоро будет поворот в другую сторону. Ты меня научила ждать, я тону в одиночестве, расскажи, о чем молчишь ты? С каждым годом теряя себя, возвращаясь в тот самый миг, где мечты казались ближе.
Убежать от себя все равно невозможно. Можно просто молчать, бесконечно молчать, но я знаю, мне так просто тебя потерять. Уже начинает темнеть, так что качество картинки может ухудшаться. Не пугайтесь. Вот он виднеется, последний изгиб, и мы попадем уже в Урицкий. Еще один оживленный перекресток. Можете меня поздравить, по карте осталось 400 метров. Пахнет соснами, вообще непередаваемо. Кайф. Мы в Урицком. Стильная остановочка. А еще тут целая стройплощадка. Столько техники. Все они, наверное, будут делать дорогу. Вот я уже дошел до Урицкого. Сейчас мы идем на платформу, посмотрим, во сколько приезжает электричка. Вот оно, информационное табло. Так. Ладно, сейчас посмотрю без камеры и скажу вам. Следующая электричка будет в 18:41 и в 19:28. А учитывая то, что сейчас 5 часов, у меня еще есть 1:40 до ближайшей электрички. Ну, если я вдруг на нее опоздаю по какой-то причине, еще есть вторая. Но это уже совсем поздно. Ладно, посмотрим, походим, что тут есть интересного. Это, конечно, что темнеет так рано. Потому что 5 часов, а уже, в принципе, сумрак такой. Особо ничего не покажешь. Ну, посмотрим, ладно. Что смогу, покажу. Там за лесом протекает река Радица. Я там как-то ходил от Радицы Крыловки до Фокина по лесу за этой рекой. Там, в принципе, есть дорожка, но она такая... Там даже на велосипеде фиг проедешь. Вот эта дорога ведет, значит... На вокзал Брянский, в Володарском районе который. Эта дорога тоже в Володарский район. А там находится Козелкино, если туда через лес. Радица Стеклянная, или как она там называется. В общем, вот такое вот место. И тут очень хороший воздух, очень свежо. Лес повсюду дикий причем. То есть не то, что там какой-то парк. А там на много километров это все леса идут. И вот, и я здесь с вами. Прямо картина маслом Урицкий. Как что-нибудь приедет, я вам сообщу. Первыми узнаете. Фонари включились. Тут еще немножко стемнело. Я пока книжку читаю. Такая небольшая электричка приехала, но пока не в нашу сторону. Уже чуть меньше часа, и прохлада на улице, ну, в общем, пойду еще книжку почитаю, наверное, и поедем. Идем на нашу исходную позицию. Никого. А там темный страшный лес. В общем, не стала читать книжку, потому что холодно сидеть, держать телефон руками голыми. Перчаток и варежек у меня нету, так что просто сижу, укутавшись. Осталось немного. Но снова не в нашу сторону. Что ж такое?
Давай там скажи, чтобы побыстрее ехала оттуда, а то нам ехать надо уже. Что, осталось каких-то 5 минут? Уже 18:42, а электрички так и нет. А нет, смотрите. Остановки поезда. Станция Брянской Орловки, конечно. Остановка при выходе 2 лома, не забывайте, что вы видите. Мы прибыли на станцию Брянской Орловки. Друзья, спасибо всем, кто смотрел этот влог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пойдем гулять в новые места. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пока.